Никогда этот мультик не нравился, если честно. Никогда не нравился. Дамы и господа, сейчас вы услышите... Это мультики очень уебищная рисовка, просто противная. Никогда не мог его смотреть. И трагическую и поучительную историю о мальчике Боге. Бля, на самом деле я ненавижу этот мультик, я не хочу даже слушать. Который любил... Да, любил деньги. Рассказывай. С рождения Бобби фай-мальчиком был. Молодец. Имел Бобби хобби, он деньги любил. Хороший мальчик. Любил и копил. А что было дальше? Все дети, как дети, живут без забот. Счастливое детство. А Боб на диете не ест и не пьет. Бедненький мальчик. Копилку кладет. Деньги, деньги, дребель, деньги, позабыв покой и лень. Делай деньги. Делай деньги, а остальное все дребедень. Остальное все дребедень. Дальше что было? Здесь пенинг, там шиллинг, а где-нибудь фунт. Большие деньги. Стал Бобби мошенник, мошенники плут. Почему мошенники плут? Скопил целый пуд. А, молодец. Но в том-то и дело, что он не один. Почему? Кто больше всех деньги на свете любил? Человек наш. Боб это забыл. Деньги, деньги, трепи, деньги, позабыв покой и лень. Делай деньги. Делай деньги. А остальное все трепи, деньги. Да, конечно, рисовка в этом мультике настолько уебищная. Вот были старые мультики, вот, допустим, ну погоди, где рисовка охуенная, но в этом настолько плохая. Вот никогда этот мультик не мог смотреть по телеку из-за этого. Рисовка просто ужас какая-то. Анимация, ну, вообще, ниже всякой критики. Короче, хз, не знаю, чем это посмотрел, никогда этот мультик не любил, не знаю, что сказать. Ладно, гайз, всем пока! Всем пока, лицо рука.